Я сейчас чуть попозже об этом скажу. Но ничего не получается, надеюсь, ничего не получится. Даже между тем хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При всем том, что само содержание. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл. Или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно. В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минуты молчания.